На сегодняшний день ситуация сильно отличается от региона к региону. В одних многодетные могут сразу строиться, получая землю с проведенным электричеством и водой, в других участки оказываются на земле без какой-либо инженерной инфраструктуры. Внимание на проблему глава государства обратил во время встречи с участниками и победителями семейных конкурсов. Сейчас поручения зафиксированы документально. Доклад по решению вопроса губернаторы должны предоставить до 30 июня и далее повторять его раз в полгода. Напомним, что в Мурманской области участки для многодетных начали обеспечивать инфраструктурой с 2022 года. Работа ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме того, в нашем регионе существует возможность денежной компенсации взамен земли, которая составляет 340 тысяч рублей.